За трезвый звонок в областной столице боролись накануне молодогвардейцы. Они совместно с полицейскими побывали в магазинах, находящихся возле школ. В 9 из 10 точек продавать спиртные напитки несовершеннолетним торговцы отказались. А вот в последнем, на Харьковской 10, молодым людям все-таки продали пиво. На сотрудницу магазина был составлен административный протокол. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Ну, стыдно, как продали же, значит, виноваты. Своим бы детям не продали? Так нет, конечно. Так и чужим бы не продавали мы. Я же не стоял за прилавком, правильно. Стоял продавщица, стояла. Был инструктаж с ней проведен, что не продавать. Три раза было. И звонишь и говоришь, чтобы не продавать. Но все равно происходит вот это и все. Добавлю, сотрудников этого магазина ранее уже ловили на продаже алкоголя. Правда, в ночное время. Результат – 3 выписанных штрафа на 600 тысяч рублей. А после лишали лицензии, которую не так давно вернули. С представителями собственника мы ведем разговор, чтобы, скажем, сделать специальные метки для продавцов, чтобы у них было перед глазами, им не хотелось продавать алкоголь несовершеннолетним и в ночное время.